чё? Я Дима, вот. Президент, судья. Судья. Фильм за это. Слушай, дай глазу немножко. В общем, они что-то выбрали? Фото. Фото. То есть это не работает в этом режиме. Ты как, еще держишься? А? Держишься еще? У меня еще игры остались в втором дивизионе, может там смогу занять второй. Давай. Кого вы считаете тогда самым сильным игроком на чемпионате, да? После вас, конечно. После меня? Да, да. Нет. Устапу должен играть настоящий профессионал. Так, как вы оцениваете свои шансы теперь? Вот у инфектора будет выиграть очень трудно. Или у древореза они шмаляют вот так вот. Более мой тиммер проиграл древореза. Да? Ну как? Как вылетел? Отлично. Ну как? Проиграл. Профессиональные были, чтобы вот таких вот человек как Рокки, покажите его. Покажите меня, покажите. Вот, хватит его показывать. Таких как Рокки не показывают. Что я думаю? Там даже человек летает по карте с складом и с бэтлсьютом. Он думает, что я не замечу, что он петерит. Я, конечно, заметил. А вжик, представьтесь, вжик. Привет, я пока. Участник скандально знаменитый. Лох. Есть ли у вас пожелания к следующему чемпионату? Да, все, спасибо. Быть первым в втором дивизионе лучше, чем быть последним в первом дивизионе. Он считает так, и поэтому выбрал второй дивизион. Сегодня просто все катастрофически не везло. Ага. Но Владу не везло больше. Хороший чемпионат. Лучше, конечно, чем предыдущий. На каком предыдущем вы были? Почему ты думаешь, ты не вышел сегодня в финал? Почему ты не вышел в финал? Я в финале. Спасибо. С нами был Древорез из Санкт-Петербурга. А, вот, кстати, сидит дизайнер футболок и бэджик. Не, мне просто понравилось само присутствие бэджик, футболок и... 82. Ага, нормально. Я могу сказать пару слов. Манфесту рвал до последнего, но спорт спал 10. Не дал ему выиграть. Какие проблемы? Какие проблемы? На то и финал. Тихо! Блять, заебони. Дайте наградить. Это вырежем. Вообще здесь никто не слышит. Это не вырежем, это оставь. Помолчи. По традиции. Так, за второе место награждается. Погоди. За третье потоп нашли. Я не за второе место. Чемпионат России. Давай, ура! Ура! И? Руки пожать. Тоже ура! Давайте. Ура! За первое место. Ура! Вот они, герои сегодняшнего дня. До свидания. Все.